И подробнее о предстоящей погоде. Рабочая неделя обещает быть пасмурной и дождливой. Ночью ожидаются заморозки. Тепло в Красноярск вернется только к выходным. Подробности у Алины Сануевой. Сегодня в городе очень мокро. Несколько дней обильно шел снег. Сейчас остались лужи и грязь. Удивляться нечему. Синоптики прогнозировали крайне неустойчивую погоду в мае. Как отнеслись к такому сюрпризу природы, как снег в мае? Очень плохо, холодно, невозможно даже выйти на улицу. Утром проснулись, кругом снег. Думаем, хорошо в Сибири. Погода прекрасная, потому что она соответствует. Мы живем в Сибири, а не в Сочи, например. Ну, природы нет плохой погоды. Каждая погода благодать. По данным портала Гисметео, в среду 11 мая температура воздуха не поднимется выше 9 градусов тепла. При этом ночью обещают заморозки до минус 1. Возможен снег. Если обратиться к народным приметам, то сильный ветер в день на 12 мая к сильному дождю. Примета с прогнозом совпадает. Так, в четверг сильных порывов ветра не предвидится. Температура воздуха составит 10 градусов со знаком плюс. В пятницу 13 мая погода будет примерно такой же. Днем плюс 11, возможен небольшой дождь. Кстати, ученые обнаружили интересный факт. В каплях дождя содержится витамин В12. И это не единственный повод для радости. Уже на выходных ожидается резкое потепление. В субботу 14 мая температура воздуха повысится до плюс 21, а в воскресенье до плюс 25 градусов. Ясная погода продержится в Красноярске до вторника 17 мая, а потом вновь придут дожди. Алина Сануева, Илья Сенкевич, 7 канал.